Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, зовут меня Попков Михаил Владимирович, сам с Москвы. Занимаюсь как бы больше лечением, удалением имплантации. Вот и решил приехать поучиться по парадонтологии. Много нового узнал, теперь нужно только пробовать реализовывать все в своей практике. Впервые ли вы на мероприятии, которое организовывает стоматологический магазин «Ромашка»? Да, в первый раз, и как раз-таки, может быть, даже было основное, чтобы приехать познакомиться с материалами и с производством, что, ну, что выпускает эта фирма, и, соответственно, хотелось вживую увидеть и пообщаться с руководителями, с врачами, кто использует эти материалы. Угу. Скажите, пожалуйста, как вам качество подачи информации? Замечательное, все доходчиво, все усваивается. Теперь только осталось время, чтобы это все, как сказать, проанализировать. И, ну, наверняка какие-то будут ошибки. Вот, ну, по крайней мере, нужно пробовать и работать. Вы приехали на 2 дня, да? Да, на 2 дня, угу. И получается сегодня 2-й день. Заключительный. Да, заключительный день. Да, была огромная практика, да, которая... Огромная практика, огромные знания теоретические. Сейчас были еще огромная практика на, как это сказать, на подопытных. Вот, и получается, что-то получалось, конечно, что-то нет. Ну вот, есть к чему стремиться, есть к чему учиться. Хорошо. Получили ли вы регистрационный пакет? Видели его наполнение? Понравилось ли вам? Да, видел. Пакет весомый. Вот. Есть вещи, которыми, соответственно, работали. Есть вещи, которые вообще даже ни разу, можно так сказать, только какие-то видел рекламации. Вот, и даже не знал до этого семинара, до курса. Вот. А так, да. Мы хотели как раз наполнить максимально, чтобы вы изучили пакет и, возможно, что-то применили в будущем. Я думаю, что все буду применять. Вот. Вопрос только, соответственно, ну, как сказать, какие-то есть вещи, которые мы уже сами знаем, да, а какие-то есть вот, как по опыту других докторов, которые рекламируют и рекомендуют вещи, которые, что, ну, оказывается, есть хорошие аналоги и заменители импортным материалом. Полезности. Здорово, спасибо, что вы рассказали. И еще один маленький вопрос. Как вам в общем организация данного мероприятия и приедете ли вы к нам снова? Приеду обязательно. Вот. Организация очень понравилась. Сейчас еще и продолжается. Сейчас будет самое вкусное, да, Михаил? Самое вкусное, для чего кто-то остался, кто-то уже уехал, кто пропустит. Вот. А так, я думаю, что приеду обязательно. Конечно, хотелось бы, чтобы это было в летнее время, чтобы можно было еще и город посмотреть, потому что Петербург красивый город, и хочется... Насладиться, да? И посмотреть на фонтаны, и там, может быть, морской флот будет день, когда можно будет посмотреть и на военную технику, на корабли. Вот. Но, по крайней мере, точно приеду, и все устраивает, понравилось. Вот. Желаю вам удачи, желаю вам процветания, чтобы у вас было много образовательных курсов, и чтобы у вас компания росла. Спасибо. Нам очень важна обратная связь. Благодарим вас за отзыв. Спасибо большое. Спасибо.